друзья, ученики и случайный зритель. Сегодня в очередной раз затронем тему, с чего грамотно начинать работу в тренажерном зале. Почему в очередной раз и почему затронем? Несмотря на то, что я уже неоднократно делал статьи и видеоролики на эту тему, мне все равно продолжают присылать вопросы. Как грамотно начать тренироваться? С чего? С тренажеров или со свободных весов? Чувство работающей мышцы. Нервно-мышечная связь. Я понимаю заинтересованность, понимаю, почему люди сомневаются. Я сам, смотря ролики известных спортсменов, блогеров, которые советуют начинать тренировки с тренажеров, прихожу в изумление, в возмущение. Как можно, будучи грамотным человеком, а многих из них я действительно уважаю как спортсменов, как думающих, мыслящих спортсменов, как можно не понимать таких простых вещей? Я, ребята, вы знаете, уже 25 лет в этой теме, и не только в этой теме, а во всем, что с этим связано. Потому что кто знает меня лично, действительно считают меня дураком. Возможно, это правда. Я интересуюсь железным движением и всем, что с этим связано. Также я играю в хоккей вратарем в американской хоккейной лиге. Естественно, я изучаю все, что только можно, где только можно копнуть, черпнуть информацию. Когда я понял еще в раннем возрасте, что и к чему меня тянет, я специально поступил в университет, на факультет физической культуры и спорта, где нас почти 6 лет обучали основам анатомии, физиологии, биохимии, биомеханики. Естественно, я кое-что понимаю. Я настаиваю на том, что начинать нужно с обучения сразу же техники сложных упражнений. Приседания, становая тяга – не такое уж и сложное упражнение по сравнению с упражнениями, которым обучаются тяжелоатлеты, приходя в секцию тяжелой атлетики. Толчки, рывки. Сейчас мы постепенно с вами придем к общему мнению, и я вас убежу путем своих размышлений, своих мыслей, знаний, почему нужно начинать тренировки с первых шагов, с приседаний и со становой тяги. Естественно, с обучения техники, никаких больших тяжелых весов, возможно даже не с грифом, а с бодибаром, а для многих, возможно, с пластмассовой палкой или даже с палкой от швабры. Ничего в этом нет зазорного. Главное – обучиться технике. Итак, для чего нам нужно, чтобы наработалась вот эта нервно-мышечная связь? И что это такое? Кто водит автомобиль, тот поймет. Кто нет, образно себе представьте, абстрактно, и вы тоже поймете, о чем я говорю. Вот представьте, подъезжает к светофору определенное количество автомобилей. Пусть их будет там 10 или 20. Загорается красный свет, естественно, все автомобили останавливаются. Когда загорается зеленый свет, что происходит на практике? Сначала трогается первый автомобиль, который самый ближний к светофору. Потом трогается второй, третий, четвертый и так по цепочке. Вот так работает, образно говоря, нервно-мышечная связь у тех, кто не занимается. И у тех, кто начал тренироваться на тренажерах. Как должно происходить, но как в жизни на дорогах не происходит. Идеальная связь – это когда загорелся зеленый свет, и каждый автомобиль в цепочке одновременно начинает медленно двигаться. Если так произойдет, то сразу же поток начнет двигаться плавно, ровно. Не будет вот этой рваной цепи, когда каждый автомобиль трогается только после того, как начал движение впереди стоящий. Понимаете, о чем я говорю? Какая заторможенная цепочка происходит. А если все
повторяюсь, водители одновременно начинают движение, то никаких аварий, плавно и быстрее проходит поток. Но такого нет нигде и навряд ли будет, потому что на практике в жизни автомобилиста добиться этого действительно практически невозможно. Но именно так работают нервно-мышечные связи у опытного атлета, у опытного спортсмена. И тренажерами эту связь никак не наработать. Я объясню попозже почему. Но давайте попробуем понять логику тех, кто советует начать работать на тренажерах. Поймите, что все равно потом, не знаю, по истечении какого срока они советуют, там через месяц, через два, через три, а может через год, начать приседать, делать становые тяги, вам все равно придется начинать с нуля в этих упражнениях. Вот смотрите, что такое тренажер. Тренажер — это когда вы сели в тренажер, а в некоторых легли, и работает конкретно целевая группа мышц, одна мышечная группа какая-то конкретно. Не работают другие мышечные группы, не работают мышцы-стабилизаторы, что самое главное. Центральная нервная система не работает на свою полную возможность. Почему? Потому что этого не нужно. Облегченный вариант выполнения работы, который, кстати, в жизни никогда нигде не происходит. Вы никогда не делаете в жизни ничего изолированно. И на это тоже стоит обращать внимание. Так вот, центральная нервная система, как раз таки, которая иннервирует наши мышцы, без этого никакая мышечная группа не будет сокращаться. Ни одно мышечное волокно не сокращается без того, чтобы к нему, к мышечному волокну, не пришел сигнал по нервному волокну. Я думаю, это все понимают. Так вот, нервное волокно получает сигнал из центра. Центр универсален. Он определяет, насколько важен сигнал, насколько сигнал экстремален, насколько этот сигнал действительно актуален для того, чтобы включать максимально возможное количество нервных импульсов. Чем больше нервных импульсов побежит по нервным волокнам, естественно, тем больше мышечных волокон будет включаться. Но вы понимаете, что когда вы работаете в тренажере, нет такой необходимости. И никакое количество мышечных волокон максимальное на тренажере никогда не включится. Даже если взять такой шикарный тренажер, как жим ногами, и сравнить его с приседаниями, то в приседаниях гораздо больше мышечных волокон включается в работу. Почему? Потому что когда вы удерживаете вес на плечах, на трапециях, включаются в работу абсолютно все мышцы, какие только есть, включая все мышцы-стабилизаторы. Работает огромное количество суставов. Центральная нервная система понимает, что это действительно серьезный стресс, серьезная работа, и настроиться на нее нужно организму серьезно. Посылается как можно больше к мышечным волокнам нервных сигналов. Это все просто и понятно. И совершенно мне непонятно, почему многие эксперты дают такую рекомендацию, грамотные эксперты, грамотные атлеты, что нужно начинать тренировки с тренажерного зала, именно с тренажеров. Я понимаю, почему куча долбанутых инструкторов, фитнес-выкидышей дают такую рекомендацию. Во-первых, потому что их так учит фитнес-бизнес-индустрия. Они ничего не понимают, кроме того, что нужно понимать, как выколачивать с клиента деньги, как быстрее это делать и как это делать грамотнее. А для фитнес-индустрии проще посадить вас в тренажер, особенно когда большой поток клиентов, чем уделять внимание каждому, обучать его технике приседаний, технике становых тяг. Вот и придумываются всякие бредовые мифы для того, чтобы увести вас от истины. Представьте себе, пришли вы заниматься в тяжелую атлетику.
да или даже в тот же пауэрлифтинг, что сейчас более популярно. И вам говорят, нельзя сразу начинать тренироваться со штангой, вам нужно пойти поработать в тренажерах. Правда, я даже не могу представить, в каких тренажерах можно поработать в зале тяжелой атлетики, потому что там нет тренажеров, там только штанги и стойки. Вы понимаете всю бредовость, да, заявлений, когда вам говорят, что нужно начинать тренироваться в тренажерах? Это просто дебилизм. По-другому я не могу вообще ничего сказать. Действительно, это просто маразм. И идет этот маразм и дебилизм от фитнес-индустрии, с мифами которой я пытаюсь бороться, пытаюсь до вас доносить важность этого. Поймите, чем быстрее вы начнете обучаться технике, а вам все равно когда-то придется начать обучаться, чем раньше вы приступите, тем лучше будет ваш силовой базовый фундамент, что очень немаловажно, особенно для натурального атлета, тем сильнее, мощнее будет ваша мышечная концентрация, нервно-мышечная связь, тем лучше будут заточены ваши нервные волокна, мышечные волокна на работу, быстрее будет между ними происходить состыковка, говоря простым языком. Но это еще не все. Представьте себе, а я уже говорил, что в тренажерах мы работаем чисто изолированно и в жизни практически такого не делаем. Так вот, если вы будете тренировать отдельно квадрицепс, отдельно бицепс бедра, не знаю почему не знают этого фитнес-выкидыши, вы будете разлаживать свою систему, мышечную систему. Наоборот, вы будете вносить в ваш центр неполадки, сбои. Потому что не бывает такого, никогда мы ходим, садимся, встаем, чтобы работало что-то изолированно. Всегда работает максимально возможное количество мышечных групп. Потому что это необходимо для поддержания нашего тела в пространстве. И как только вы пришли в тренажерный зал, и вместо того, чтобы заниматься грамотными вещами, обучаться правильной технике сразу же, в становой тяге, в приседаниях, делать подтягивания, отжиматься от брусьев, вас сажают в эти тренажеры. Естественно, это фитнес-гонка. Каждый фитнес-клуб старается привлечь к себе как можно больше людей, придумывая различные мифы, придумывая постоянно новые программы, постоянно обновляется линейка тренажеров. Проводите параллели с другими вещами, с теми же айфонами, с автомобилями, с рестайлингами постоянным всем и всего. Но это только внешняя оболочка, суть-то не меняется. Тренажер, который был придуман там, 50 лет назад, когда была вымерена вся его биомеханика, кинезиология движений, все остается так же, меняется только цвет, форма, размер железа, из которого он сделан. Понимаете, о чем я вам говорю? И чем больше людей подсаживают на эту иглу, фитнес-индустрия, отодвигая от настоящей тяжелой работы, тем дольше, возможно, вы будете ходить в тренажерный зал. Потому что, обучаясь технике приседаний, становых тяг, толчков, рывков, подтягиваний, отжиманий от брусьев. Много вы видите людей в своих залах, кто это делает, даже отзанимавшись уже несколько лет. Крайне редко я вижу таких людей. В основном люди любят прийти, пожать лежа, думая, что от этого у них вырастут грудные мышцы, и делая концентрированные сгибания для бицепса с 5 килограммами. Друзья, нет ничего смешнее и дебильнее этого занятия. Это все равно, что заниматься анонизмом и рассчитывать на то, что у вас вырастет бицепс. Кстати, это занятие хотя бы полезное и приятное, в отличие от долбанутого упражнения, концентрированного сгибания на бицепс с первых шагов вашего тренинга. Если уж и хотите прокачать бицепс, подтягивание на первых порах и в будущем – это лучшее упражнение для бицепса. Представьте, с каким весом работают ваши руки, подтягивая вас, отжимая от брусьев. Разве это сравнится, даже на первых порах, а для многих и через год,
с теми весами, которые вы берете, выполняя концентрированные сгибания или даже те же жимы лежа. Думайте всегда головой. Я не настаиваю на том, что я истина в последней инстанции. Я просто доношу до вас информацию, которая, на мой взгляд, человека, имеющего более 25-летний опыт самостоятельных тренировок, тренировок с известными людьми, который прошел через факультет физической культуры и спорта, где приобрел тоже очень много знаний, и того, что вы видите по телевизору от других блогеров. Проанализируйте все, думайте своей головой. А сейчас я вам покажу фокус, который покажет, что такое фитнес-индустрия на самом деле. И вы, используя абстрактное мышление, поймете мой намек, мой посыл, что я хочу вам сказать. Так вот, смотрите, шикарный фокус. Как поступает с нами фитнес-индустрия? Видит все этот листочек, да? С одной стороны вот он чистый, с другой нет. Сложим его пополам. Аккуратненько. Затем еще раз. И еще разочек. Вот есть еще возможность сложить его пополам. Так фитнес-индустрия поступает с нашим сознанием, с нашими деньгами. Чем дольше мы отвлекаемся на разную ерунду, чем больше есть возможности. А теоретически я могу это продолжать бесконечно. Просто мне уже силы не хватит, к примеру, свернуть это. Так вот, смотрите, давайте я положу сейчас в кулак. Вот здесь у меня находится бумажечка, да? Что же происходит в конце? Опа! Вот так работает фитнес-индустрия. Именно так фитнес-индустрия разводит нас на бабло, внушая нам кучу нелепых мифов. Именно так нам преподносят питание, что на завтрак полезно есть сухие завтраки. Но в итоге, если вы подсадите своего ребенка на такую еду, то уже через полгода он будет невероятно толстым и жирным. Думайте всегда головой. Увидимся в тренажерном зале. Всем пока!